Но у нас есть еще одна маленькая задачка, которую, честно говоря, мы планировали произвести где-нибудь в грязи, в луже, там, застряв в снегу. Но так как не нашли, поэтому будем делать здесь. Нам нужно испытать воздушный пневмодомкрат и понять, выдержит ли он газель или нет. Пневмодомкрат от компании Time Trial. Краткие технические характеристики где-то вот здесь сейчас будут. А мы будем пробовать разбираться. Всегда приятно и вообще показательное отношение, это когда, ну, качественная какая-то фурнитура. Это, я так понимаю, штука для того, чтобы надувать его от трубы. От нее мы и попробуем накачать эту большую подушку, которая должна поднять нашу газель. Вообще штука легкая. То есть там, не знаю, там как показать, сколько она весит. Ну, может, килограмм. В общем, я почему-то думал, что та вещь, которая должна поднимать газель, должна быть большой, тяжелой и громоздкой. Клапан. У меня вот на резиновой лодке такой клапан был. Труба длинная. Но нужно будет посмотреть, газель-то у нас тоже не короткая. И вот он первый косяк. Труба-то у нас обрезанная. Но я очень надеюсь, что волшебная стяжка поможет. Для начала надо вообще понять, как эта штука работает, поэтому пока мы его просто накачаем. Судя по логотипу, это верх. Если уж меня выдерживает, значит и газель должен выдержать. В общем, проблема в нашей трубе. Шланг неплотно за счет того, что у нас труба мятая. Хоть мы его и стяжками попробовали стянуть. Прилегает, и за счет этого воздух начинает, ну, за счет давления выходить именно там, а не накачивать. Попробуем тогда компрессором. Вот тут есть дополнительная штучка в комплекте. Не знаю, сколько прошло времени, что компрессором эту тему надувать достаточно долго. Объем большой. А вот с выхлопной трубы гораздо быстрее происходит это. Но с выхлопной трубой у нас вот произошел косяк. Попробуем с краю, с одного. А тем временем он накачался и поднял газель. Ну а теперь опускаем. Попробуем с другой стороны. Тест, можно сказать, успешный. Домкрат работает, поднимает, газельку держит. Как минимум теперь надо думать, как бы ее засадить и где-то уже в поле проверять. А так все, вот поднял.